пневматический пистолет PM X 4,5 мм от компании Borner. Вы на канале «Попади в десятку», меня зовут Евгений, погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией Borner, относится к виду пневматических пистолетов. Боевым прототипом выступает наш пистолет Макарова. Стреляет пистолет стальными шариками калибром 4,5 мм через гладкий ствол в полуавтоматическом режиме. Для воспроизведения выстрела его необходимо заправить газовым баллончиком CO2 в рукоять, и мы готовы к стрельбе. Магазин данной модели рассчитан на 16 шариков. Предохранитель у данной модели, конечно же, есть, он находится на левой части корпуса. Для прицельной стрельбы предусмотрены штатные мушка и целик. Тип ствола будет гладкий, общая длина пистолета 160 мм. Обозреваемая модель полностью выполнена из даропрочного полимера, ее вес всего 259 грамм. Из особенностей данной модели выделяю наличие антапка для ремня. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает до 120 метров в секунду, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Проще говоря, для того, чтобы приобрести данную модель, тебе не потребуется дополнительный документ, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку, а еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили за интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный пистолет, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч.